Вот. А вы говорите, кто это? Кого бомжик оставил заместителем кур кормить? Вот. Купили еды. Сам голодный. Сам голодный. И вот такое утро бывает на Савеловской. Привет вам. Птички. Стаканчик водки впереди. Все, нахуй рюкзак не нужен. Не, мы раздали, но потом. У нас лето, а я хожу в зимной носки. Черный где? Черный, носки мне передай. Потом проблему, блин, со скайпом постоянно. Наши черные-то есть какой-нибудь информация, идеи? А я вам не говорил это. Звонила мне девушка, адвокат сокамерника черного. Вот, черный типа там это. Ну, на четверке он, Медведского. Это по Полярной улице, да. Ну, это где перекрестки уже. Да, да. Ну, там? Потом я это... Греф просит. Черный? Сколько лупили ему? Никто не знает, сколько ему лупили. Просто... А что не говорит? Греф просит, а не говорит. А через кого он сговорит, блядь? Через кого? Позвонил, я тебе объясняю, адвокат сокамерника. То есть сокамерник выходил там на допрос или куда. Ну, я понял. Ну, и просто маляву кинул. Позвони по этому номеру, скажи, что черный здесь сидит. А ты это сам не слышишь, Сай? А. Ты знаешь фамилию, имя, отчество, там, где передали год? Да, да, да. Давай сделаем, блядь. Сигареты, чай и так далее. Ну, там дохуя стоит, блядь, понимаешь, это, вот я покупал танку Тайсону, блок Явы, блядь, чтобы загнать через УФСИН магазин, интернет, через интернет, 1800 блок Явы. Ну, через банкомат тоже можно. Через интернет. Нет. Ну, чая можно сделать, нахуй, пару-трех килограммов. Сигареты-то надо. Можно, я вам сейчас могу зайти в УФСИН магазин, цены показать, какие там. Там ёбнешься. Сам ты вырубаешь! Опять. Эй, не ломай, неси сюда. Дерево не нужно. Надо. Нужно, кидай сюда. Сухое кидай сюда. Эй, Саняка, туда не кидай. Это можно прикрываться, блядь, комаром гонять. Что рассказывать? Да вы его нафиг, блядь, я пошел. Кто потеряется, я, блядь, кто появляется, кто потеряется, кто появляется. Я теряться не мою. Доебался я просто, блядь, на эти... И так далее. У кого жизнь ничего не было? Семья. Документы у тебя поеду? Вот. А, документов нету, да? Да, документов поеду. Придется все-таки мне это, идти в эту... В посольство узнать. 100%. Да, тут белорусов до хера, бедолах. Сразу со списком придется идти. Нет. Че ты кричишь там, блядь? Бомбарбия к Киргуду. Эй, бульбаш! Это, блядь, Саня, нахуй, уборщик. Я уборщик не говорю. Ну как? Они не работают. И очень много работают, кстати. Ну как, не уборщик? До часов поднимаются и дурни. До 10 часов вечера работают. Не, они ебашут пиздец. Я просто и говорю, что это. Не, не молодцы. Как увидеть такой сон? Эй, бульбаш! Эй, бульбаш! Эй, бульбаш! Эй, бульбаш! Девчонка нету, девчонка? Есть, девчонка. Есть! Будет девчонка вечером! Ему девчонка надо, да? Вообще, классный. Прикинь? Охуеть! Помнишь, здесь кресло было? Угу. Он сюда занес,
Тут чисто для нас. Поставил. Ну, кто-то вынес их, да. А он сюда их заволок, ну, сказал своим, наверное, ребятам. Он следующий день. Он, походу, старше здесь, среди этих самых. Ну, типа бригадир. Да, бригадир. Вот. И кто-то выкинул кресло, и он своим сказал, они заволокли сюда, короче. Мы приходим сюда. Нихуя себе, у нас поляна нахуй. Два кресла, хуесла, все дела у нас. Блядь, красавчик. Вот этот человек. А почему вы это в черной бутылке берете? Она лучше, что ли? Что? В черной бутылке почему водка? Голова по привычке. 5 рублей разница, но просто этот мудак там должен. Поэтому туда не заходит, где можно. Не 5. Не 5, не пизди. Не 5. 14. Да. Ну, 20 раз сходил, и еще бутылка. А белый, когда берешь беленькую, а еще на 20 рублей больше. Я думал, блядь, ну разница какая? Беленькая, беленькая. А у тебя бульба, что за беда? Рассказывай. Все посерено. Как всегда, работал на работе, кинули, забухал, да? Выгнали. Слушай, блядь. Надо все-таки сходить мне в это, в посольство Беларуси, узнать. Я хочу с ним пообщаться, поговорить, конечно. Мне просто интересно, ему что в жизни, не я о себе буду рассказать. Бери, братиш. Пепси, забери свою. Свое. Наше. Нашу пепси забери, ладно. Так, я тоже похмеляюсь. А, еще у меня есть это. Белесье еда. Это видео. Это тебе не унижает. Это видео в твою сторону помочь. Понимаешь? Почему я снимаю? Да, попробуем это, там какие-то документы сделать, там, если надо. Соберем одежду. Попробуем, там, белорусский. Билет. Или там с родственниками надо связаться, позвонить. Может быть, чей-то телефон помнишь. Знаю, знаю. Как так, вот такое состояние. Да, надо позвонить. Так и казалось. Или позвонить именно надо будет, надо предупредить, что все нормально. А вас там номер-то знаешь? Знаю, все. Ну, сейчас вот по WhatsApp Санькину позвонить. Ну, можно позвонить всегда. Этим я, в принципе, занимаюсь, понимаешь? Я сам здесь прожил 13 лет на улице. 13 лет он на улице жил. И помогаю ребятам, чем могу. И ребята мои подписчики. А ты уже полгода. Не больше уже, я уже твоих подписчиков пару человек видел. Да? 29-го декабря. Это, считай, января. Январь, февраль, март, апрель, май. Как считать? Как считать? С 29 декабря, как это можно считать? Ну, считай, говорю, что в январе. А, январь, февраль, март, апрель, май. Июнь. Шесть. Нет, ну ты лишний все равно насчитал. Знаешь, говорится, чтобы дерево распилить, говорит, на три куска, сколько распилить надо? Два раза? Да. Вот смысл тоже. Январь, если он в конце января начал, январь не считай. То есть, правильно? Выкинь его просто. Да, конечно. Правильно. Февраль, март, апрель, июнь, опять еще июнь не идет. Правильно? Вот уже, видишь, два месяца. Да уже половина, да, сегодня, 12 два число. Два месяца уже, короче, блин, почти можно минус, да. Слезать, блин. Наша вот просьба, вот дружище, помогите, бульбаши, там, подписчики, кто и не был, чтобы он восстановил паспорт и поехал домой. Потому что он, не обещу, братишка, ничего, я как она есть говорю, ничего не огорчаешься, ничего, нормально. Не, я восстановлю. Я тебе и веду, вот смотрите, ребят, он на женской куртке ходит, еще мокрый прямо, не мокрый, но влажный. Это не женская куртка, это мужская куртка, я тебе уже второй раз говорю, это мужская куртка, то, что здесь пояс.
На, блядь, ну на правый бок, на левый бок застегивай. Нет, на правый. Сзади, вот замок. А вот клепки. Так это правый, это правый. Ну, застегивается на левый бок. Это женская кожа. Это правый, говорю. Коля, ну... Так, подписчики, рассудите нас, женская куртка или нет. Есть. Вот этот вот замок. Ребята, помогите хоть мужской курткой, хотя бы на куртку, чтобы деньги, ты... или что там, чтобы вот одежда, смотри, одну. Блять, а какие-то были у меня, я не знаю, раздал я все, не раздал, что-то было у меня. Подожди, вот одно смотри, ширинка всегда мужика слева, слева направо. Вот она и есть, слева направо. У тебя куртка слева направо. Застегивается справа налево. Как это справа, слева, вот оно, блин, застежка, как это справа? Ты мне доказываешь, ты по вот он справа. Я... Мне в стену эту головой ебануться, или что? Листина падает, я бы сам не понимал. У тебя застежка есть? Где она находится? Где твоя застежка? Где она? Слева? Слева? Направо. А у меня где? Слева? Справа? Вот она, говорю, ты что, не видишь, что ли? Посмотри. Ваня! Застежку посмотри. Слева? У тебя тоже слева? Вот покажи свою застежку. Не, у него слева направо. О, у тебя, у говорю, справа покажи налево. Где застежка. У тебя, покажи, где твоя застежка. Да ты не про то. Вот у тебя клапан, видишь, вот это называется клапан. Антиветер. Вот, он у тебя идет с правой руки на левую. Слева направо. В этом клапан, а застежка именно. Да застежка, она да всегда... Да при чем тут застежка, ну, застежка в одной паре? Я понял, короче, это. Ну. Все, ладно. Я понял, все. Не будет. Я понял. Наконец-то договорились. Да, блять, легче узбеку доказать, нах, киргизу, таджику. Тут белорус ни хера не понимает. Нет, застежка слева, когда покупали. Дубовый, нахуй, стал на своем, нахуй, и стоит, блядь. Мореный дуб причем, да? Хуй ты кажешь. Там куртка есть, охуенная, черная куртка. Не твоя или это другая куртка там? А, есть куртка, да. А давай его подогнать, его надо. Бля, это она чистая, нахуй, возьми. Просто, бля, там, на самом деле, она похуй, ну, не рисуй, я мусульман. Бля, она зимняя просто, нахуй. Да? Ты когда ходишь на улице, да, ну, ты знаешь, баба, чтобы специально покупает куртку такую, чтобы жопу, чтобы была большая такая, да? А ты когда ходишь, куртка у тебя, блядь, поднята. У меня жопа и так большая. Твои жопы там. Твои жопы там. Жопа нахуй никому не надо. Нет, я имею в виду, когда ты ходишь, куртка у тебя поднята, понимаешь? Это уже дурака ясно, как это женская куртка. А, хуй с ней, разобрались с курткой. Я тоже посмотрю, у меня что-то там было дома. Я уже не помню, пораздавал я все или еще нет. Ладно, запрятка, базар не будем поднимать. Давайте рассказывайте, ребята, что о жизни, не по жизни, какого у нас жизни, да? Где сладкий, где, блядь, ты сам блядь, знаешь, какая это жизнь, блядь, ты сам прекрасно понимаешь. Где говно, где насрано. А что там, ребята, что говорит, что Аслан, блядь, как царь? Я не царь, я вообще-то обычный бомж, блядь, на улице уже 3 года, нахуй. Не надо пиздеть. Ты посмотри, на пьедестале. Вот, смотрите, я сижу. Кто-то внизу сидит, нахуй, кто-то, блядь, пешком, блядь, стоит, нахуй. А он на пьедестале сидит, нахуй. Нихуя себе, ты еще добавляешь, да? Памятник. Как памятник? Тоже его позвонил, вместо чалмы его. Возьми половину, вместо чалмы замотай. И все. Не, ребята, просто понимаете, что дело не это. Тут-то вашими молитвами, ваши подписчики, вот эти там лайки, майки там и так далее. Я не понимаю, что такое. Ну, я сам был подписчиком, но сам стал, короче, алкашом.
Не алкашом. Бомбуш оригинал. Не фаршой, оригинал. Я говорю, не бомж, а просто любитель выпить. Понимаешь? Это две больших разницы. Бомж это бомж, а любитель выпить. А мы кто? А? Любители выпить. Бомж и любители выпить, да? Да. Все вместе. Два одно, да? Да, два одно. Кофе. Три в одно. Как шампунь. Два в одно, холдер шолдерс, да? А не холдер шолдерс. Да, ты был шолдерс. Нет, не холдер шолдерс. Хуй простишь по персию. Холдер гудер. Я его называю холдер гудер. Он когда называет, я понимаю. Я рынок захожу, блядь, что надо? Холдер шолдер. Чего? Холдер шолдер. Я говорю, холдер шолдер, что я не понимаю. Ну, холдер холдер я про него слышал. Они на меня смотрят. Я понял. Сегодня сколько мы шампунов взяли? Никому не говори. Ну, обратно сдали. В магазине. Сейчас твой косяк. Да, это мой косяк. Давай, выключим, пообщаемся. Я разговаривал. Да есть, что есть, что есть, дадим. Что, какой ты магазин его зовет? Он же имеет магазин свой. У меня же есть свой магазин. А салона красоты там нет? А? Салона красоты. Шоколадное нет. Обертывание. С ногтями. Это, маникюр, не педикюр, нет? Нет. А вот чисто шмотки. Завтра пойдешь со мной. А что завтра? Нахуя завтра? Сегодня. У тебя сегодня выходной, что ли? Нет, нет. Магазин закрыт. Выходных нету, нахуй. Я работаю без выходных. Я, блядь, ну, я... Всех с праздником, россияне. Ты только вот эту куртку выкинь куда-нибудь. Я все услышал, но на меня в трудное время греет. Да, он вообще ходил в тапках, там он кроссовки. Вы же... Кроссовки мы тебе... Как? У меня туфли, блин. Какого у тебя размера? 41. Во, мой размер. Как не ходил в резиновых тапках ты пришел? Нет, никогда. Понятно. Я в этих как зашел, так и пришел. Вот именно. Стой. В этих туфлях. Стой, сейчас подожди. Только не падай. Именно в этих туфлях. Куда он пошел? За ботинками. За тапками. А, я видел эти ботинки, не надо. Зачем? Это охуенные ботинки. Так и эти, ребята, это охуенные ботинки. Отличие от твоего, это охуенные. Я тебе могу сказать, то, что они убитые сейчас, блядь, но это... Ботинка-то нормально, а ты сам... Дорогого стоит. Ботинка-то нормально, а ты сам убитый. А это другой вопрос. Это вопрос у другого. Смотри сюда. Вот чё бы ты. Такие мокасины, как у тебя, но они выглядят лучше. Охуенно. Давай. Блядь, Децл мокрая. Вопросов нету, подожди. Я лучше у своих сухих, блин, но... Пока да, ты их поставил так это, но Сань, это мокрое, на вот стеночку, на блокотиву так, чтобы они просохли, да. Понадобится? Я их сам одену, нахуй. Сань, где твоя куртка? Мне, блядь, воля же. Сними куртку, одень эту куртку. Дайфир. Блядь, это ж не для прикола. Не, ну, ради бога. Братский футбол. Надо купить, ради бога. Я сейчас просто... Деньги, что нам шуршит, нахуй, в карманах? Так. Фантики, бумажки. Все свое нашел с собой. Стаканчики. Сначала маска, да? Да. Шучу, я бы не ищу. Я говорю, ты не гонишь, как ты ванишь. Нет, это, бля, нормальненько будет. Попробуй. Ну, вон, бери курс. Что, ищем? Нет, да? А куда нахуй? Нормально? Ровно, по-моему. А ты это... Пузо немножко, да? А это... Я хуею вообще, не получается. Так, блин.
Сколько не долбишь, блин, или работаешь, все равно не худеешь. Где ты работаешь? В гортопе сейчас. По городу топаю. Правда, в гортопе. Да, спасибо. Ну что, бухнем, ребят? Давай, Савик. А почему он должен бухать, а мы, блядь, стоять на... Да, а мы, блядь, на стрёме нахуй. На стрёме. Нет, дерево вот это, Чтобы свалилось, блядь. До конца, блядь. Догнётся, так догнётся. Ребята, подписывайтесь, лайк. Да, за подписывайтесь на канал, друзья. Всем лайк. Колокольчик. Ребята, за вас, за нас, за все хорошего. Я за спецназ я не буду пить. Почему? Девочки, потому, мальчики. Что... Блядь, как бы там ни было, но у нас вот что-то как-то мы держимся. Из-за вас держимся. Не, выпивай ты. Не, я хотел сказать Стоса, а ты уже сказал, уже ты говорил, на, пей уже. На, держи. Так, выпейте кто-нибудь, иначе я выпью, блядь. Да, я хотел сказать, я говорю, сейчас заберу и выпью. Он же понял, блядь. Он же должен пить. Бабах. Бабах? За вас вообще. Честное слово. Ребята, спасибо вам. От души вам. А это, кстати, как его зовут? Кого? Который подписчик, который не сказал мне. Который вот. Я не помню, как его зовут. Как его, это, который мы пили? Вино или... Да, настойку, который вчера приезжал подписчик. Вчера у нас какое число было? 11. 11 июня, да, приезжал парень, которого я провожал на 10-й маршрут автобуса. Вот про тебя мы говорим, надеемся, узнаешь. Спасибо тебе. Да, от спасибо души, огромное. Чисто для души. От всех, ребята. Спасибо вам. Галине огромное. Тоже спасибо огромное. Галинка, да, спасибо. Я даже Галинка не могу сказать, ну, сестр, да. Короче, спасибо вам. Ребята, всем спасибо. С вашего лайка, вашего вот подписывайтесь на канал. Маэстро, твой маэстро, с вашего подписка, вашего лайка мы выживаем на улице. Он всегда, вот даже, пускай блогеры смотрят, мне до пизду, если честно сказать. Блядь. Пускай приедет. Когда даже блогеры приезжают, разницы нету. Просто приезжает, приходит человек, он приносит от себя. Чай там, кофе, нахуй, там, что-то еще там, блядь, перекусить, нахуй. Эти приезжают чисто, блядь, поснимать. Ну, за это до скопейки. Ребят, у меня лично для всех тот, который знает Черного, Костяна, личное обращение для пацанов, от пацанов. Сейчас. Я понял, что хочешь сказать. Ребята, скиньте по возможности, сколько у кого есть возможность. Скиньте хоть 10 рублей, хоть 20 рублей, чтобы с Черному Костяну сделали, чтобы хотя бы чтобы пару пачку сигарет, то есть пару блок. Да, ребята, кто в теме, кто... не чурается темы грева в тюрьму. 300 рублей мне прислали на грев. Вот. Но я вам объясняю, там блок сигарет стоит 1800. Вот. Я посмотрю сейчас все цены, какие там есть. Ребята, по возможности, у кого есть возможность, это только мертвого человека не бывает, который под землей. А который ходит над землей, у всех есть возможность. По-братски я просто прошу. Делай по-человечески сделай, чтобы добро это возвращается по-любому. Друзья, вот по поводу Черного, прямо сейчас я зашел на этот на Уксин магазин,
там еще приколюха, короче, получилась такая. Вот буквально полтора-два месяца назад, да, я отсылал там сигареты Танку и Тайсону. То есть все нормально было. Сейчас я захожу, там уже, короче, минимальный заказ 3000 рублей. Вот. Цены там обычные, как бы нормальные, но они еще берут, сразу не говорят. Я сейчас пытался просто поинтересоваться, сколько общая сумма у меня выйдет. Вот, я там минимально поставил сахар, кофе, самый дешевый Нескафе, чай Липтон в пакетиках, 100 пакетиков, рассыпного там нету. Что еще? А, и блок сигарет. Там что-то получилось 2300. 2300, ну, короче, надо добирать до 3 обычными товарами. Плюс еще они берут там за доставку сколько-то. Короче, это получится 3,5, около 4000, самый минимальный греф через УФСИН магазин. Вот. И что я еще хотел сказать? Ну, в принципе, все. Вот. Кто интересуется, просто зайдите в УФСИН интернет-магазин. Вот. И посмотрите цены и всю достоверную информацию. У кого есть возможность, можете напрямую прям помочь черному. Я надеюсь, уже все знают его фамилию, имя, отчество, год рождения, дату рождения. Сидит он, четверка, медведь. Улица Полярная, дом там. Ну, там УФСИН магазин, он прям сразу выдает. Москва, он выдает. Первое, второе, третье, четвертое СИЗО. Вот, он сидит в четвертом СИЗО. Кто, значит, не знает информацию по черному, пишите в личку или в комментариях, мы напомним. Еще раз всем спасибо. С 4-го Полярного улица, Медведькова. Азамат. Шамиль. Как его касаемо фамилия, имя? Черников, да? Чернигов. Чернигов? Да, Чернигов. Чернигов. Константин. Константин. Владимирович. Владимирович. 76-го года. За ними смотрите, Азамат, Рашид. Лично это чисто братское сердце, я вам говорю. Он, да, базара нет, до этого было где-то, чтобы он отбывал. Это не суть. Чисто от души говорю, братское сердце. За ним посмотрите, пожалуйста. Салам алейкум. Все, Бульба подустал у нас. Ребята, здравствуйте. Вот приехал человек, который нас видел, знает. Выпиваем, коньячку нам привез. Ну, пепси. Это запись. Это Бургер Гиль бесплатный дал, да? Да. Да, это. Да, спасибо огромное подписчикам. Подписчику приехал к нам в гости. Что там, комары? Не, коньяк я не купил. Ладно, давай тоже скажу. Ребят, братка, салам алейкум. Ребят. Ребята, с собой мусор уберите, сюда кидайте, пожалуйста. Хорошо. Ребята, я хочу сказать, чтобы с такими людьми, тот, который нам приходит, нас кормит, нас обувает, нам подписывается, нам лайк ставит. Спасибо всем, благодарю. Я имя не буду называть. Спасибо от души чисто. Тот, кто желает, что у кого есть желание, приезжайте, пожалуйста, посмотрите на наше состояние, где мы живем, как мы живем. Тот, кто не понимает, когда увидите, вот и тогда и понимаете. Спасибо вам огромное. Ребят, ну, братка, не обещу, конечно, имя не буду говорить. Спасибо тебе огромное. Давай, быть добру. Давай за твое здоровье, и за наше здоровье, и за нашу жизнь, чтобы было крепко. Где мы не были, это не значит только на улице живем. Это не значит то, что кто домашний. Это
значит крепкая дружба. Давайте за крепкую дружбу. Кто бы ни был. Лайкосики, ребят, не забываем. Да, лайкосики, подписывайте. Дом, да. Базу мою снял всю, понял? Как я сплю там. Наливай, человек. Кирилл. А я иду, не вижу, блин, ты чего вообще? Чук, чук, блин, ты дурак, нихуя не пойму. Кто у меня кричал? Какую еще на ту сторону выходишь, там солнце как оно, блин, ебово. Я и так точно туго соображаю. Должна была встать в 2 часа, чтобы в больницу взяла мужчину. Проснулась в 4. Хоть бы кто-нибудь, блядь, крикнул раз бы жил, а? Нахуй, кому вот, это не вот, нужно? Чёрт. Кирилл. Я его сюда отправила. Говорю, там один Кирюха сидит, он веди к нему. Я тебе отдала карточку? Кирюх, отдала карточку? Отдала. А то у меня бывает провал памяти, блядь. Потом по карманам ХБ. Это не мое, не знаю откуда, блядь. Я Львова устал, все. Кирюх, какой у тебя код? А тебе консьержка все равно не проходит. Код, блядь, нахуй, за, блядь, Гриша депутата, нахуй, блядь, закрыли. Блин, только через консьержку. Заеби. Вообще, охуенно. Да, я захожусь с консьержкой. Я задал баллы на тополиный пол, жараю, значит, такие. Я как говорю. Да, так... Поставьте, если... Ни шатка, ни валка. Руки вверх. А побриться уже стоит? Не хочу. Лень. Лень? У вас там в апартаментах нет парикмахера? Парикмахер больницы. Он зажигалкой бреет? Да, и машинка есть. Тащись, вон тащись. Так, короче, тачку оставляй здесь, дальше сам этот, на тачке. Сколько тебе, блин? Пешком иди. Да. Вчера заползала, блядь, носом как уебалась. Помню, сегодня Ольга с Ильей спрашивает. У меня, говорит, что с носом? У меня царапина посидела. Я уже заползала так. Воды набрать. Изначально найти потише. Че ты еще воду туда не провела? Но. Где? А там проводка есть? Или Сейпо. Уже поснимали? Ага, да хуя там проводки. Что, хреново? А, пухло. Так я вот еще не сижу. Руки к носу, блядь, что там в нос стоит. А то начну еще как чихать. Вот тебе путь, хорошо. Так, потя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 япотя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 я
Как он? Вчера он с кем пришел? Как он? Андрюха? Да? Ну-ну. Это что, его не помнишь, что Сарки? Андрюха. Нет, Андрюха. Я помню, но имя просто у меня есть. Андрюха. Кто здесь сегодня на лавочке? Сейчас пришли с Серегой. Сидел. Две рюмки, но они, видно, уже и до этого употребили. Ну да. К Белому съездили в больницу, отвезли. И, короче, сидит, Ксюха, я пойду с тобой, я за тебя. Сам уже втыкает. Я говорю, так ты пойдешь или спать будешь? Спать буду. Тебе за Мансуру еще ничего не говорил? Кто? За Артура Мансуровича.
Никто не говорил мне ничего. Кто? Майор ФСБ. Во-первых, блядь, это Макс Мансурович. Какой нахуй Артур? Блядь? Артур. Какой Артур? Артур. Он Максим. Максим вообще. Он живет вот за моим домом. Сейчас не бухает. Он... Не, сейчас не бухает. Вот резидим поймал, да? А Винка? Сейчас и не бухает. Не, мама. Мама приехала. Ой, выписалась из больницы. Да. Он подъезжал. Мы сегодня с ним разговаривали. И водочки сверху. Вот ты не должен, а тут.